Современные школы становятся все ближе к науке. В Тверской гимназии номер 12 открыли лабораторию 3D-моделирования. Теперь ученики смогут прямо в учебном заведении заниматься научным творчеством. Все мы когда-то учились в школе, у многих были уроки труда, информатики и даже черчения. Сегодня в учебные заведения приходят современные технологии. Ребята учатся конструировать предметы в различных программах для 3D-моделирования. А воплотить в жизнь их проекты можно с помощью 3D-печати. На сегодня это настоящая экспериментальная площадка для детей, которые занимаются техническим творчеством, которые занимаются исследовательской деятельностью по естественно-научному направлению. Дети создают проекты, моделируют и получают готовые изделия. Школьники видят весь процесс от начала до конца. Так ребята могут попробовать себя сразу в нескольких профессиях. Проектировщик, инженер, технический работник или дизайнер. Ведь сейчас эти профессии у всех на слуху и являются востребованными. У нас есть 3 современных компьютера, то есть высокопроизводительные, которые позволяют с большой графикой работать. Далее также 3D-принтера, 3D-сканер, набор Arduino. Также инструменты для конечной обработки, для изготовления готового объекта. Работа лаборатории основана на 3 этапах. Первое – это создание объекта моделирования. Далее печать его на 3D-принтере и конечная обработка. Так ребята смогут реализовать и выявить свой творческий потенциал. Создать объект с нуля и, возможно, даже он сможет пригодиться в жизни. А для этого у ребят имеется все необходимое. Сейчас я занимаюсь непосредственно программированием на Arduino. То есть это такой легкий движок, с которого можно начинать изучать программирование. Это программа из конспекта, то есть это программа «Мерзкая пианино». Суть этой программы заключается в том, что при нажатии на определенную клавишу на микросхеме мы получаем определенный звук, издаваемый из пьезопищалки. Осуществить открытие такой лаборатории стало возможным после того, как гимназия выиграла конкурс и получила губернаторский грант. В планах только дальнейшее развитие, ведь 3D-печать позволяет создавать элементы и механизмы или фрагменты корпуса, которые невозможно получить с использованием других технологий.